Ничего себе. Просто прочитал мои мысли как будто и взял строчку себе в песню. Ну ничего. Фрэнсис Альберт Синатра, леди и джентльмены. Я вырос в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. И все свое детство я был фанатом спортивных команд Лос-Анджелеса. И на самом деле у меня не было большого выбора, за какую команду болеть. Например, я ходил в школу, которая находилась прямо рядом с Южно-Калифорнийским университетом. И все свое детство я делал вот так. Южно-Калифорнийский университет, команда троянцев, даже женская команда по баскетболу, когда они всех просто побивали. Не просто всех, вообще всех. Просто рвали всех, как тузик грелку. Я вырос фанатом команды Лейкерс. Ну, мне просто нравилась эта команда. Сейчас не так сильно смотрю, но иногда смотрю чемпионат. Интересно, вот смотришь игру Лейкерс, и я помню, когда они играли, у них всегда в центре Шакил О'Нил, и никто не мог с ним справиться, и все команды на Западе, они каждый год пытались перестроить свои команды таким образом, чтобы побороть Шека, набрать достаточно людей, которые могли бы бегать за ним и заставлять его фалить, и тогда можно победить его. И каждый год они пытались сделать что-то новое. И когда они набирали игроков в команду, они искали тех людей, которые смогли бы гораздо лучше победить их конкурентов. Вот что они делали. Они смотрели на то, какие у них цели, и ходили, искали людей, которые помогли бы им достичь этих целей. В Национальной футбольной лиге все то же самое. Если во время года передачи все время для тачдауна, то в следующем году все набирают в команду защитников, реагируя на то, что происходит, глядя на то, какие нужды, и набирая людей в соответствии с нуждами, ища тех людей, которые соответствуют нуждам. Интересно, но брак чем-то похож на это. И, к сожалению, мы не замечаем этого. Мы не знаем, какая наша цель. И поэтому мы, когда идем набирать людей, мы ищем того, кто нам просто нравится. И мы даже не думаем, что мы пытаемся достичь. У нас нет понятия, куда мы идем. И мы просто говорим, ну, мне сойдет. Заверните вот это. Мы должны понимать цель брака. И когда мы понимаем, какие цели у брака, у нас должно быть понимание, что требуется от мужа и что требуется от жены. И на прошлой неделе мы смотрели на эти цели. Две основные цели. Первое – продолжение рода. Идея, что мы будем жениться, и по благодати Божией Он даст нам детей. Детей. Лялек. Много-много-много лялек, еще больше лялек. И что мы будем воспитывать их и учить их праведности, будем учить их жить в Боге. И я часто разговариваю с женщинами, и по какой-то причине даже в современной церкви мы ненавидим детей. Да, мы на самом деле ненавидим. Ненавидим. Если не верите, найдите женщину, у которой 6 или 7 детей, и пройдите с ней в церковь. Посмотрите, как христиане смотрят на нее. Смотрят так, будто от нее воняет. А у некоторых даже хватает наглости говорить такие вещи, типа, «И вы не знаете, откуда дети берутся? Нам никто не рассказывал». Почему мы так говорим? Потому что ненавидим детей. Пару недель назад я проповедовал в церкви в районе Хьюстона, и моя жена вместе со всей семьей приходит в церковь, у нее 15-месячный ребенок с собой, она подходит к залу, и женщина снаружи стоит, и ее обучили. Ей сказали, если ты увидишь кого-то с маленьким ребенком, подходящим к залу, останови их. Сделай все, что ты можешь, чтобы они не зашли с ребенком в зал. Понимаешь? Да. И вот как это сделать.
сначала делаешь предложение. И вот он что она сделала. Она сказала: «О, у вас младенец, у нас такие замечательные ясли вот там». Моя жена сказала: «Нет, мы просто зайдем в зал». Видимо, ее обучили, что если это не сработает, то нужно заняться рекламой. И после предложения нужно идти на следующий уровень и заниматься рекламой ясел. Вы им говорите все преимущества детской комнаты. «Мэм, вы, похоже, не понимаете, там чисто, у нас обученные работники, там много игрушек, им будет чем заняться. Леди, пожалуйста, не заносите ребенка в зал!» Моя жена сказала: «Да ничего, все будет нормально». Леди ответила: «Ну ладно. Но если я вам буду нужна, я здесь и могу отнести ребенка в ясли». Они не хотели видеть нашего ребенка в зале. Наш ребенок был в зале, ему 15 месяцев, и все в порядке. Никто даже не заметил, что он был там. Почему? Потому что у нас семейное поклонение каждое утро. И наш 15-месячный ребенок сидит с нами в семейном поклонении каждое утро. И сидит с нами в церкви каждую неделю. Он в теме. Ну, если проповедь не очень хорошая, он немножко нервничает. А так все в порядке. Он особенно загорается, когда они поют песню, которую мы поем дома. Он сразу: «Папа, мы знаем эту песню!» И это классно. И знаете, откуда такая ненависть к детям? Похоже, когда-то мы потеряли нашу страсть к одной из главных целей, для чего Бог дал нам брак. Идея о том, что мы будем давать жизнь детям, многим детям. И когда я говорю таким женщинам, у которых 6-7 детей, и люди смотрят на них, как будто они сумасшедшие, знаете, что я им говорю? Я говорю: «Послушай, они смеются над вами сейчас, но они ничего не скажут в конце». Что вы имеете в виду? Я имею в виду, когда ваши дети все вырастут, и ваши 7-8 детей будут стоять с вами, и еще 40-50 внуков, никто ничего не сможет сказать тогда. Вы потерпите, и вы будете смеяться последними, я обещаю. Но мы смеемся над этим, над основной из главных целей брака. Один из самых печальных случаев, который случился в моей жизни, это случай, когда я консультировал одну пару, с которой я работал. Видите ли, мне 36 лет, женился в 20 лет, значит, был женат 16 лет. Всю свою взрослую жизнь я даже не представляю себе, что такое быть одиноким взрослым человеком. Когда я пытаюсь представить себе это, я просто плачу. И забавно, что много людей нашего возраста только сейчас начали встречаться и строить отношения, и у нас есть возможность наставлять много молодых пар. Так вот, была одна молодая пара, с которой мы познакомились несколько лет назад. И я сидел с ними, разговаривал о той проблеме, которую они мне назвали. И мы сидели, поговорили несколько минут, и я посмотрел в глаза этой молодой девушки, которой в то время было где-то 31 год. Я посмотрел на эту девушку, и я понял сразу все, что происходит. И я решил: я скажу все, что я думаю об этом. Мы разберемся с этим. Давайте начнем прямо сейчас. Я сказал: «Вы хотите забеременеть, не так ли?» Слезы потекли по ее щекам. Этот мужчина дал ей обещание до того, как они поженились, что у них никогда не будет детей. Она уже потратила 7 лет своей жизни на эти отношения с этим человеком. Не хотела начинать все снова и сказала все, что необходимо, чтобы заполучить кольцо на палец. И 3 года спустя она стала мучиться в душе. Она хочет ребенка. Я провел с этой парой 4 месяца. И вместо того, чтобы дать этой женщине ребенка, этот мужчина развелся с ней. Мы сели поговорить, я посмотрел ему прямо в глаза и спросил: «О чем ты думаешь? Разве ты не понимаешь, что она страстно желает того, для чего Бог ее создал?» «Да, но она обещала».
Что с тобой? Разве ты не любишь ее? Да, люблю, но я знаю, к чему ты клонишь, не хочу об этом говорить. Но мне жаль тебя, я больше тебя. Придется поговорить. В какой-то момент я просто выставил ему ультиматум и сказал: «Хочу видеть ее беременной через месяц». «Я знаю, где ты живешь, не вынуждай меня приезжать». Он не хотел иметь с ней детей. Они развелись. Дети — это одна из целей, для чего Бог дал нам брак. Другая цель — это иллюстрация. Итак, первая цель — это продолжение рода, чтобы мы рождали детей, растили их и воспитывали их в праведности и в благочестии, и отправляли бы их дальше владычествовать этим миром. А вторая цель — это чтобы наш брак был живым, дышащим, осязаемым выражением отношений между Христом и Церковью. И именно здесь мы находим библейские роли мужа и жены. Откройте, пожалуйста, Библии на книге Ефесянам. Ефесянам, 5 глава. Ефесянам, 5 глава. Давайте пройдемся по этому отрывку. Ну, кто-то из вас думает, что он такой умный, посмотрел на этот отрывок, смотрит: ага, будет смотреть роль мужей и жен, будет в 5 главе, посмотрели на стихи: «Жены, повинуйтесь своим мужьям», а, ну, видимо, будет говорить о подчинении. Думаете, об этом будет? Нет. Приберегу на потом. Мы сначала посмотрим 25 стих, будем говорить о мужчинах сначала. Есть причина, почему будем делать так. Потому что будет целая неделя до того, как мы увидимся. Я хочу, чтобы вы вернулись. Аминь. Но серьезно, для того, чтобы понять, в чем заключается роль жены в браке, нужно понимать точку отсчета между тем, что происходит и требуется с женой, и тем, что требуется от детей, от родителей и детей. Это начинается в 5 главе, в 22 стихе, и потом продолжается в 6 до 4. И есть точка отсчета. Это мужчина, это муж. Он как фундамент, на котором построена эта семья. Я хочу, чтобы мы посмотрели это сегодня и на следующей неделе тоже. И мужчины, прежде чем начнем, позвольте я вам скажу, как моя мама раньше говорила: «Я делаю это, потому что люблю тебя, и мне от этого будет больнее, чем тебе». Знаете, что я ей говорил в таких случаях? «Мама, не люби меня так сильно». Не срабатывало. Начиная с 25 стиха. И девушки, когда мы читаем сегодня это, то, о чем мы говорим, это то, что вам нужно искать. И что я хочу, это выбросьте из своей головы ту ложь, которую вам насадила культура, и посмотрите на то, что здесь написано. В чем заключается брак? Какая ваша цель? Что вы ищете? Поймите, что вам нужно. Мужчины, также прислушайтесь к этим вещам, потому что пока вы не станете тем, что здесь написано, вы недостойны иметь жену. Если не можете сказать «аминь», скажите «ай-яй-яй». Начиная с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его. И по этой причине оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей,
и будут двое одна плоть. И стих 32 ключевой. «Тайна сия велика. Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена пусть боится своего мужа». Мы рассмотрим этот отрывок сегодня. И единственное, с чем мы сегодня сможем разобраться, это первый пункт о том, что требуется от мужа. Мы говорим о главенстве, что муж — это глава брака, и то, что он глава дома. Я не буду извиняться за то, что это говорю. Я глава моего дома. Не потому, что я больше, не потому, что я громче, потому что Библия так говорит. И потому что вся ответственность на мне. И главенство не в том, что я стучу в грудь. «Я мужчина, ты женщина, я сказал, ты сделала». Это не главенство. Если вы думаете, что это главенство, то вы не слышали то, что мы только что прочитали. Я хочу показать вам, что значит управлять домом. Я хочу, чтобы вы видели эту картину, что моя ответственность как мужа в том, чтобы вести мой дом, как Христос ведет свою церковь. Вот в чем заключается главенство. И если вам это не нравится, я не пишу это письмо, я просто его доставляю. Любой, у кого две головы, это монстр. Либо убей его, либо помести за стекло и глазей. Только одна голова может быть в таких отношениях. И Бог говорит, что эта голова – муж. Точка. Не надо с этим бороться. Но что это такое? Во-первых, это означает, что моя ответственность вести в любви. Моя ответственность вести в любви. И моя ответственность быть главным любящим в нашем доме. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Любящий номер один, прямо перед вами. Это моя работа. Быть любящим номер один в нашем доме. И вот в чем проблема. И вот почему нам придется провести столько времени над первым пунктом. Нас обманули. Нам навешали лапши на уши, отвечая на вопрос, что такое любовь. И это проблема. Потому что мы купились на греко-римский миф романтической любви. И когда мы говорим о любви, вот о чем мы говорим. Мы говорим о греко-римском мифе, в центре которого находится Купидон. И Купидон — это такой маленький ангелочек, который пускает в вас свою стрелу. И когда он вас подстреливает, то на вас накатывает непреодолимая страсть. И вы начинаете говорить странные вещи, типа «Эти чувства сильнее нас обоих». И надо именно с такой интонацией говорить, чтобы сработало. Или еще одна из моих любимых. «Мы не выбираем того, в кого влюбляемся». Ах вы, бедняжки. Или вот еще. Не знаю, почему мне нравится, просто звучит круто. Сердце хочет, чего хочет. Сердцу не прикажешь. Понятия не имею, что это значит. Именно так мы понимаем любовь. И часть нашей проблемы, что даже в церкви мы так смотрим на любовь, что какая-то непреодолимая сила захватит вас. И когда это случится, вы ничего не сможете поделать, и вам придется тянуться за ней, этой непреодолимой силой, и делать то, что она скажет вам сделать. И мы говорим «следуй за своим сердцем». Знаете, что Библия говорит о сердце? Оно чрезвычайно испорчено, и ему нельзя доверять. Библия гласит, «Не следуй за своим сердцем!» Это греко-римский миф о романтической любви. Если мы верим в этот миф, у нас будет несколько проблем. И вот проблема номер один с греко-римским мифом романтической любви. Если это то, в чем заключается любовь, если это непреодолимая сила, если сердце хочет, чего хочет, и если это неконтролируемо, если мы не выбираем, в кого влюбляться, и если это чувство больше нас обоих, если это правда, то ни один брак не безопасен. Если это правда. Если это правда, просто представьте себе, что если я завтра сяду на самолет, и рядом со мной сядет женщина, красивая женщина, которая хочет меня? Вы чего смеетесь? Такое может случиться. Пойду поговорю с этой половиной зала.
И вот, внезапно, я сажусь на самолет, и эта женщина красивая хочет меня. И внезапно Купидон стреляет в меня. И это чувство больше нас обоих. И мы не выбираем, кого влюбляться. И сердце хочет, чего хочет. Понимаете, о чем я? Если это то, в чем заключается любовь, мой брак не защищен. Я даже представить себе боюсь, а что если это случится с моей женой? Возможно, у меня на телефоне смс-ка. Милый, может, тебе стоит остаться в Атланте? Потому что я встретила одного человека, и это чувство больше нас двоих. И мы не выбираем, в кого влюбляться. И сердце хочет, чего хочет. Видите, в чем проблема? Мы поверили лжи греко-римского мифа о любви. И поэтому многие из вас ужасно боятся брака, потому что вы знаете, насколько непостоянна такая любовь. Вот почему нам пришлось придумать теорию, подходящую для этой. Это идея о том самом единственном, 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 единственном. И все, что мы делаем, это скачем от одних греко-римских языческих отношений к другим, охваченные этой силой, надеясь, что в этот раз мы встретили этого единственного, 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 единственного. И когда мы наконец находим этого человека, этот круг заканчивается. Это просто смешно. Это совершенно нелепо, не говоря о том, что это ужасно небиблейское понятие. У такого взгляда нет абсолютно никакой библейской поддержки. Если мы поверим в этот греко-римский миф о романтической любви, у нас нет никакой надежды, и мы никогда не будем достаточно уверены, чтобы жениться на ком-то. Есть еще одна проблема с концепцией того самого единственного. Вы никогда не можете знать об этом объективно. И внезапно, через год после свадьбы, вам становится трудно, потому что жить с другим человеком трудно, особенно для нас, мужчин, потому что мы не всегда правы. Я думал, что я понимаю женщин. Потом я женился на одной. Потом дал жизнь еще одной. Все, хватит женщин в доме. И внезапно, год спустя после свадьбы, приходят трудности. Давление приходит. И вдруг в семье появляются дети, и вы можете неделями или даже месяцами не высыпаться. Чувство романтики вдруг куда-то улетучивается. Если вы поверите в миф греко-римской любви и эту концепцию единственного, 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 то ваша первая мысль будет: «Должно быть, я женился не на том человеке». Потому что у вас абсолютно идеализированный, небиблейский взгляд на любовь. И поэтому в тот момент, когда ты уже не чувствуешь эту непреодолимую химическую реакцию, твоя первая мысль должна быть не тот человек. Потому что никогда невозможно знать объективно этого человека. Потому что у людей нет на лбу номерков, чтобы можно было найти подходящего человека. Этого не существует, так не работает, и поэтому нет никакого объективного способа узнать такого человека. Получается, у нас две проблемы с греко-римским мифом. Проблема номер один – никакой брак небезопасен, если любовь действительно такова. Проблема номер два – что вы не можете быть уверены, что нашли того самого. Если любовь действительно такова. Есть еще проблема номер три. Эту любовь невозможно перенести на другого человека. Вот почему многие женятся и беременеют. И слышу такие страхи постоянно. Люди говорят: вот мы так сильно любим друг друга. Будет ли у нас достаточно любви для ребенка? А потом они снова беременеют. И спрашивают: мы так сильно любим друг друга и этого ребенка. Будем ли мы любить этого ребенка? А что если, когда этот ребенок родится, Купидон не выстрелит нам в сердце так же, как он выстрелил в нас в прошлый раз? Видите, греко-римский миф не работает, потому что его нельзя перенести на другого человека. Кстати, если вы верите в этот греко-римский миф,
и вы верите, что любовь — это непреодолимая сила, то это объясняет, почему так часто вы сомневаетесь, любит ли вас Бог до сих пор. Потому что вы не чувствуете к Богу того же, что вы чувствовали в прошлом месяце. И значит, что-то не в порядке либо с Богом, либо с вами. Все из-за того, что мы поверили в ложь, в греко-римский миф романтической любви. Это непреодолимая сила. Это не любовь. И поэтому, когда мы смотрим на этот отрывок Ефесянам 5 главу, и мы видим, что прежде всего роль мужа — это вести в любви, нам нужно, во-первых, определить, что это такое любовь. И это не греко-римский миф романтической любви. Это библейская любовь. Хочу сказать несколько вещей. Во-первых, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Номер один. Христос — наша модель любви. Иисус не любит церковь за то, что она выглядит хорошо. Аминь. Иисус не любит церковь, потому что она делает его счастливым. Иисус любит церковь, потому что Он любит церковь. Потому что она Его невеста. Он заключил с ней завет. Он выбирает любить ее. Это не какое-то непреодолимое чувство, которое нужно поддерживать многие годы. Это не какая-то непреодолимая сила, которая охватила его однажды так, что он решил отдать свою жизнь ради своей невесты. Иисус — наша модель. Его жертвенная любовь к церкви. Позвольте, я дам вам определение любви. И затем мы рассмотрим, как это определение любви полностью меняет наши отношения и то, кого мы ищем. Я дам вам библейское определение. И это библейское определение взято, на самом деле, из Матфея 22 главы и Второзакония 6. Здесь Моисей говорит: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всеми силами твоими». Интересно, что в Матфея 22 Иисус использует те же самые строки, когда называет наибольшие заповеди. Говорит: «Люби Бога твоего всем сердцем, всей душою, и всем разумением, и всеми силами». Он добавляет разум. Он использует греческое слово, чтобы передать еврейское понятие. Давайте я вам разъясню все определение, чтобы потом показать, как оно применяется. Вот само определение. Библейская любовь — это волевой акт, который сопровождается эмоциями и который ведет к действию по отношению к объекту этой любви. Давайте еще раз. Любовь — это волевой акт, который в первую очередь выбор. Мы выбираем. И он сопровождается эмоциями. Это означает, что он не лишен эмоций, но не направляется ими. И это акт, который ведет к действию по отношению к объекту этой любви. Я уже сказал, что Иисус был нашей моделью для такой любви. Подумайте о нем, когда он в Гефсиманском саду молится. Он молится: «Если возможно, чтобы эта горькая чаша была пронесена мимо». Это ночь перед его распятием. И он молится, чтобы эта чаша была пронесена мимо. Он не очень хочет быть распятым на следующий день. Затем говорит: «Но тем не менее, не моя воля, но твоя». Это был волевой акт. Он выбрал любить церковь. Его любовь сопровождалась эмоциями, такими интенсивными, что его пот был как кровь, и его любовь вела к действию по отношению к объекту. Иисусу не нужен был крест. Вам и мне нужен был. Он не сделал это для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Он сделал это, потому что это был единственный способ искупить свою невесту. Вот это библейская любовь. Это не какой-то вымышленный греко-римский миф романтической любви. Это то, что сохраняется надолго. Это то, что стабильно. Это то, что остается. Это то, что может служить фундаментом, на котором можно строить брак. Греко-римский миф не такой. Невозможно построить прочный брак на греко-римском мифе. Вот почему люди уходят друг от друга, говоря: мы просто разлюбили. Что? Вы разлюбили? Что? Вы разлюбили? Это как?
Люди женаты по 20-25 лет, разводятся, потому что они разлюбили. Мне так и хочется взять их и встряхнуть. Сказать, вы 25 лет вместе, подотрите сопли, вам не так много осталось. Для начала, давайте рассмотрим волевой акт. Та любовь, которой призваны мужья, это любовь, которая начинается с воли. Интересно, когда Моисей говорит «люби Бога всем своим сердцем», сердце — это всего лишь мышца, которая качает кровь, и все. Сердце не знает ничего, не хочет ничего, не желает ничего. Это просто мышца, которая качает кровь. Когда мы встречаем слово «сердце» в Библии, обычно оно используется образно. И в иврите оно используется в значении «воля». И любовь — это волевой акт. Это выбор. И наша воля должна участвовать. И вот в чем проблема. Вот что мы обычно делаем. Мы вступаем в отношения с кем-то только потому, что этот человек красивый. Нам нравится быть вместе, и потому что внутри у нас интересные ощущения. А потом мы эмоционально вовлекаемся в отношения с этим человеком, и зачастую физически вовлекаемся в отношения с этим человеком. А затем мы хотим сделать шаг назад и спросить, это тот самый. И зачастую к этому времени уже слишком поздно. Как у той девушки, о которой я говорил, 7 лет в отношениях. Она знала заранее, что этот мужчина не хотел детей, и знала, что сама хочет. Но после 7 лет, которые она вложила так много в эти отношения, она уже больше не могла объективно оценивать свои отношения. И ей пришлось прореагировать в соответствии с тем эмоциональным вовлечением, которое у нее уже было в тот момент. Вот что бывает, когда вы направляетесь чем-то, кроме воли. Мы выбираем. Мы должны выбирать. Среди вас есть те, кто находится в отношениях с людьми, с которыми даже не надо тратить время. И вы знаете об этом без малейшего сомнения. Я разговаривал с некоторыми из вас. Я люблю это делать. Часто те, кто встречаются с тем, с кем не должны, вешают мне столько лапши на уши, избегая главной темы, особенно если встречаются с неверующим. Они начинают приводить мне 7,5 минут самооправдания, почему они должны быть с этим человеком, прежде чем признают, что встречаются с неверующим. Кстати, те, кто встречаются с неверующими, никогда не говорят, а это язычник не знает Бога. Это всегда говорят, этот парень не такой духовный, как я хотел бы видеть его. Всегда интересно увидеть, какие слова используют. Он не всегда ходит в церковь. Признайся, парень язычник, он не знает Бога, но он такой красивый, я не хочу его упустить. Мне с этим разобраться намного легче. Если хотите, давайте разберемся. Посмотрите чуть раньше. 2 Коринфянам 6 глава, начиная с 14 стиха. Давайте расставим все точки над «и». Потому что любовь — это прежде всего волевое действие, и мы выбираем. И есть люди, с которыми вам не надо быть вместе, не надо вкладывать свою жизнь в них, не надо с ними встречаться, не стоит даже рисковать эмоционально увлекаться таким человеком. И тем более, если этот человек не является возрожденным, омытым кровью Христа и посвященным последователем Иисуса Христа. И девушки, я не знаю почему, но обычно именно у вас такие проблемы. Иногда это случается с парнями, но чаще всего именно девушки встречаются с парнями, которые настолько менее духовны, что даже не смешно. И я даже не понимаю, в чем дело. Когда девушкам 14 лет, они говорят, «Я даже не выйду замуж, если у него не будет духовности, матери Терезы или Билли Грэма, и он должен выглядеть как Брэд Питт, Дензел Вашингтон, Боди Бохэм, 3 в 1». К 24 вы начинаете говорить, мне нужен просто хороший, благочестивый парень. Если девушка не замужем до 34, она говорит, если брат хотя бы знает, где церковь находится.
2 Коринфянам 6 глава 14 стих. Давайте все проясним. Не преклоняйтесь под одно ярмо с неверующими, ибо какое общение у праведности с беззаконием, и что общего у света с тьмой, какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верующего с неверующим, какая совместимость храма Божия с идолами, ибо мы храм Бога Живого. Разве может быть яснее? 1 Коринфянам 7 глава, 39 стих. Павел говорит: «Жена привязана законом к мужу, но если муж умрет, она свободна выйти замуж за кого хочет, но только в Господе». Это подразумевается, что выйти можно замуж только в Господе. А, ну да, вы скажете, но он же так близко к покаянию, если я только смогу поработать над ним. 1 Коринфянам 15:33. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. У вас нет с ними ничего общего. Ноль. Ничего. Совсем ничего. Ноль. Меня просто потрясает, что мы можем приходить к Богу и просить Его благословить нас, в то время как мы открыто непослушны Ему. Бог ясно говорит «нет» неверующему. «Но Бог, я так тебя люблю, я так сильно тебе посвящена, и, пожалуйста, благослови меня, пока я продолжаю жить в этих отношениях, которые ты запретил и сказал, что это грех. Ну, пожалуйста, благослови мой грех и дай мне, чего я хочу, пока я продолжаю искать того, что ты мне говоришь, я не должна искать». Вот как это звучит. Знаете, почему мы продолжаем оправдывать это? Потому что мы поверили в греко-римский миф. Если любовь — это непреодолимая сила, и мы не выбираем, в кого влюбляться, тогда Бог просто обязан оправдать меня, потому что иначе Он не дал бы мне влюбиться в этого неверующего, если бы сам не хотел, чтобы я встречался с этим неверующим. И это правда, если вы верите в греко-римский миф романтической любви, а не в библейское понимание любви. Библейское понимание, что вы управляете своей волей, и вы охраняете свое сердце и защищаете себя от увлечения людьми, которые недостойны. Не стоит даже рисковать, что вы увлечетесь таким человеком. Девушки, если вы ищете себе в мужья подходящего мужчину, он, во-первых, не должен менять отношения как перчатки. И скачет от одной к другой, от одной к другой и обратно. Потому что сердцу не прикажешь. А потом уже пытается разобраться во всем. Знаете, какой мужчина вам нужен? Мужчина, который держит вас на вытянутой руке и не позволит вам рисковать своими чувствами. И не даст вам вовлечься эмоционально до тех пор, пока вы не убедитесь, что вы под одним ярмом, и что вы оба готовы вступить в библейские отношения, ведущие к браку, а не просто тратите время, пытаясь построить отношения просто потому, что вам хорошо вместе. Пока не встретите такого парня, продолжайте идти. Пока не встретите такого парня, не тратьте время. Мужчины, пока вы не стали такими мужчинами, вы недостойны жены-христианки. Вы должны вести своей волей, это выбор. Знаете почему? Потому что в браке будут трудные дни. И именно воля проведет вас через трудные дни. Как одного моего доброго друга, Дэна Йера. Он пастор церкви в городе Феникс. У его жены рассеянный склероз. Я был с ним несколько месяцев назад. И она уже настолько прогрессирует в болезни, что она в коляске, и она не может ходить, она не может передвигаться, и они оба уже очень пожилые. Я провел с ними один день, и куда бы они ни ехали, он брал ее руки и клал себе на шею, брал ее за талию и с трудом поднимал ее и пересаживал в коляску. Подвозил коляску к машине, делал все то же самое, с трудом пересаживал ее в машину, убирал коляску в машину. Они ехали, куда им нужно было, и все повторялось снова и снова и снова. Он купает ее, он кормит ее, он водит ее в туалет.
Вы этого не получите с греко-римским мифом романтической любви. Купидон не даст вам этого. Это воля. Это мужчина, который говорит: «Я выбираю любить тебя всем, что у меня есть, до конца наших жизней. Я выбираю любить тебя». Вот чего вам нужно искать. Они уже не выглядят как до свадьбы. Если бы они построили на этом брак, он бы развалился. Она даже передвигаться сама не может. Если бы они построили на этом брак, он бы развалился. Думаете, ее муж никогда не устает? Библейская любовь направляется волей. Это волевой акт. Он сопровождается эмоциями. Сопровождается. Но не направляется. Иначе это американские горки, и вы в беде. И любовь не лишена эмоций. Девушки, если вы с парнем, который не может и не показывает эмоций, просто продолжайте искать, потому что это не подходящий человек. Да, но вы не понимаете, он просто такой ботаник, он не эмоциональный. Мне жаль вас, если вы верите в это. Потому что я точно знаю, что если он промахнется в ворота, он не будет говорить: «Похоже, я плохо ударил по этому мячу». Я начал говорить об этом на прошлой неделе. Девушки, некоторые из вас и некоторые парни здесь просто тянут вас на поводке и делают вид, что они не заинтересованы в вас. И такое ощущение, что чем хуже они к вам относятся и чем меньше готовы себя отдать, тем больше вы готовы ползти на коленях и локтях вдогонку. И он относится к вам как к собаке, и вы принимаете это. Как так? Неужели вам никто не говорил, чего вы достойны? Не делайте этого. Волевое действие, сопровождающееся эмоциями, которое ведет к действию, к объекту любви. Как говорит великий богослов Джанет Джексон: «Что ты сделал для меня за последнее время?» Девушки, тот, кого вы ищете, это мужчина, чья любовь к вам не зависит от вашей способности удовлетворить его нужды. Вот кого вы ищете. Тот, кого вы ищете, это мужчина, который понимает, что его призвание как мужа, если у него будет привилегия жениться на вас, будет положить свою жизнь за вас, а не использовать вас для своих эгоистичных желаний. И пока вы не нашли такого человека, вы не нашли человека, достойного быть вашим мужем. Он должен вести вас в библейской любви. Волевой акт, сопровождающийся эмоциями, ведущий к действиям по отношению к объекту любви. Вот кого вы должны искать прежде всего. Если вы поверили в ложь, этот выдуманный греко-римский миф романтической любви, то моя молитва за вас, чтобы вы проснулись и открыли глаза, и чтобы вы вырвались из этой лжи и осознали, что где-то есть что-то гораздо более важное. И этот миф так опасен. Я встречал стольких людей, которые знакомились с кем-нибудь, и у них был дикий, бурный роман. И глубоко внутри они знали, что по Библии этот человек не мог быть их мужем. Но они проигнорировали это, потому что им было так хорошо. Потом оказывалось, что они уже настолько вложились в эти отношения, что они выходили замуж. Сейчас они разочаровываются каждый день, потому что они получили то, что просили. Разве это не удивительно? Этот парень лузер. Плохо ко мне относится, не любит меня. Погоди-ка, разве он не был такой до свадьбы?
Ты ведь получила именно то, на что подписывалась, так? Да, но если Бог меня любит, разве Он его не изменит? Смотри, в чем дело. Ты пришла к Богу и сказала: «Мне без разницы, что Библия говорит, я хочу этого парня». И Бог говорит: «Хорошо, бери». А потом ты приходишь к Богу и просишь: «Ты можешь его изменить?» Нет, он именно такой, какого ты попросила. Один из моих любимых проповедников, Тони Эванс, говорит: «Вы вступаете в такие отношения, вам кажется, что все классно. Потом оказывается суровым испытанием, и вы начинаете искать новые отношения». Знаете, это меняет все. И моя молитва за вас, чтобы перед вами открывалась большая картина. И чтобы Бог использовал эти истины для того, чтобы спасти вас. Потому что кто-то из вас движется прямо по этому невообразимо разрушительному пути. И ваше единственное объяснение, что вы, цитирую, «влюбились». Это чувство больше нас обоих. Мы не выбираем, в кого влюбляться. Сердцу не прикажешь. Это не соответствует Библии. Это незрело. И это разрушит вашу жизнь. И пока вы не встретили такого мужчину, который сможет вести вас в такой любви, вы не встретили человека, достойного быть вашим мужем. Мужчины, пока вы не стали мужчинами, способными вести в такой любви, вы еще не стали мужчинами, которые достойны взять девушку в жены. С другой стороны, когда вы найдете такого мужчину, девушки, держите за него крепко, не отпускайте, заставьте его жениться на вас как можно скорее. Потому что это фундамент, на котором строятся крепкие браки. Потому что впереди трудные дни, и греко-римский миф не переживет их. Только любовь, которая волевой акт, сопровождающийся эмоциями, который ведет к действиям по отношению к объекту любви, может пережить такие дни. А если из вас кто-то захочет поспорить и сказать: «Ну, хорошо, но здесь никакой романтики», тогда вы не слышали ни слова из того, что я сказал. Позвольте рассказать вам кое-что перед тем, как я закончу. Я улетаю отсюда завтра в 7 утра. Почему? Потому что не было достаточно позднего рейса в Хьюстон, чтобы мне улететь сегодня. Это первый самолет, летящий туда, где я живу. Я встану где-то в 5:50, приготовлюсь к полету. Почему? Потому что у меня есть правило всегда садиться на первый самолет, который летит оттуда, где я нахожусь, туда, где я живу. Почему? Потому что когда я заканчиваю семинары вдали от своего дома, а я путешествую не больше 10 дней в месяц, не больше, все. И когда я возвращаюсь на первом самолете, я прилетаю в аэропорт Хьюстона, я вожу с собой как можно меньше сумок и стараюсь вообще не сдавать ничего в багаж, чтобы не ждать. Сажусь на автобус, еду до своей машины. У меня занимает 22 минуты, чтобы доехать до дома из аэропорта. Я стараюсь доехать за 19. Когда я подъезжаю к дому и открываю гараж, я стараюсь изо всех сил не забыть заглушить машину перед тем, как я выйду. Потому что первое, что я хочу сделать, это открыть дверь и увидеть, как это чудесное, чудесное чернокожее создание, которое Бог дал мне в жены, проходит мимо и сказать: иди сюда, милая. Не направляемая эмоциями, но, конечно, и не лишенная их. Давайте помолимся. Отец, спасибо Тебе за всю Твою любовь к нам, что она волевой акт, сопровождается эмоциями и ведет к действиям, направленным на объект любви, на Твою невесту, за которую Ты отдал свою жизнь. Научи нас иметь такую любовь.
искать такую любовь и строить наши браки на такой любви, чтобы мы могли показать этому потерянному, умирающему миру, как выглядят отношения между Христом и Его невестой.